Дверь закроем, наверное, да? Сейчас закроем. Закройте. Держать сущность материалистического... Сначала себя назвать. Соответственно, за это идет. Конфликтология. Пожалуйста. Сущность материалистического понимания истории, общественное бытие и общественное сознание. В производстве материалистических благ люди вступают в объективные от их воли независящие отношения, и которые называются производственными отношениями. Производственная сила, взятая в единстве с производственными отношениями, образует определенным способом. Такого такого слова, понятия производственной силы нету. И не написано в этой книге, это вот вы как-то себе поправьте. И я прошу всех запомнить. Производительные силы, потому что человек, который знает и изучал политэкономию, режет ухо сразу. Производительные силы. Производительные силы, взятые в единстве с производительными отношениями, производственными отношениями, образуют определенный способ производства. При этом производственные отношения, в рамках которых действуют производительные силы, составляют общественную форму способа производства. И способ производства – это и есть то бытие, которое фигурирует при рассмотрении общества, то есть общественное бытие. Эмпирическое наблюдение должно в каждом отдельном случае на опыте и вообще без всякой спекуляции выявить связь между общественной и политической структурой с производством. Общественная структура и государства, они постоянно возникают из жизненного процесса определенных индивидов, не таких, какими они могут нам показаться, в нашем собственном представлении или в каком-то чужом представлении, а таких, каковы они в самой действительности. То есть, как они действуют, материально производят и, следовательно, как они действенно проявляют себя при наличии определенных материальных, независящих от их произвола границ, предпосылок и условий. Производство идей, представлений сознания, оно первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и материальное общение людей в язык реальной жизни. Производство как процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее включает в себя производительные силы, которые делятся на работников и средства производства. А образование представлений, мышление и духовное общение людей являются здесь еще непосредственным порождением их материальных каких-либо действий. И люди являются производителями своих представлений, своих идей и тому подобное. Но речь идет о действительных действующих людях. То есть только те средства производства, которые действуют непосредственно в производстве, заняты в нем, используются, они являются действительными средствами производства. Точно так же и с работниками. Только те работники, которые участвуют в производстве, в деятельности, как работники, это и есть главная производительная сила. Мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе. Мы исходим также не из существующих только на словах, мыслях, воображениях, представлениях людей, чтобы от них прийти к подлинным людям. Исходной точкой являются деятельные люди, жизненный процесс. И мы вводим также развитие идеологических каких-либо отражений и отзвуков этого жизненного процесса. Таким образом, получается, что такие понятия, как мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и формы, которые им соответствуют, они утрачивают видимость самостоятельности. У них нет никакой истории, у них нет развития. Люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное общение, они изменяются вместе с этой своей действительностью, также и изменяют свое мышление и продукты своего мышления. Поскольку у меня тема была сущность все-таки материалистического понимания, применяя материализм к истории и раскрывая определенную роль общественного бытия в развитии вообще всего общества по отношению к общественному сознанию, политической, идеологической настройки, мы понимаем, что общественное бытие не является простым, внутренне неразличимым. Но при этом мы понимаем, что материя
когда мы абстрагируемся от всего рода конкретности, от форм материи, мы говорим, что материя употребляется как категория высочайшей степени абстракции. То есть, когда употребляем понятие «общественное бытие», мы должны понимать и разбираться, что это вообще такое. А общественное бытие – это как раз-таки общественное производство. А производство как процесс, получается, присвоения предметов природы, ну, в рамках какой-то определенной конкретной формы общества, и посредством нее включает в себя как раз-таки производительную силу, которая также делится на элементов, как я уже говорила, работников и средства производства. Вот. Ну, также работников и средства производства мы должны брать не как-то абстрактно, а именно в процессе присвоения предметов природы и в рамках определенной формы общества и посредством нее. То есть, как я уже говорила, бездействующие, допустим, средства производства, бездействующие работники, они не являются ни действительными средствами производства, ни действительными работниками. Вот, то есть, если они ничего не производят, то и производительной силы никакой нет, и, в принципе, работников тоже нет. Вот. А что касается еще производительных отношений, существуют там способы производства, но это уже, по-моему, другая глава. Ну, в принципе, вот по моей теме вроде бы все, что я нашла. Так, какие-нибудь вопросы есть у нас к приступающим? Нет, понятно. Ну как? Ну, очень хорошо, спасибо. Замечательно. Да. Так, ну вам теперь слово. Хорошо. Тоже себя представьте сначала, потом выступайте. Петрова Анна, конфликтолог. Я продолжу то, о чем рассказывали Алина и Настя неделю назад. Вот, и да. И рассмотрю следующий пункт, главы которой называется «Коммунизм и производство самой формы общения». В этом пункте говорится о том, основная мысль, которая рассматривается в этом пункте, это то, каким образом индивид и его личность индивида отличается просто от индивида, который существует в каком-то обществе. Но в современном обществе знания, наверное, можно было бы сказать о том, как отличается индивид от личности. Почему это важно для изменения общества и рассматривается это изменение в истории. Начать, наверное, лучше всего с цитаты. Первое предложение, собственно, в этом пункте. Коммунизм отличается от всех прежних движений тем, что совершает переворот в самой основе всех прежних отношений производства и общения, и впервые сознательно рассматривает все стихийно возникшие предпосылки как создание предшествующих поколений, лишает эти предпосылки стихийности и подчиняет их власти объединившихся индивидов. То есть исключает все то, что существует независимо от индивидов, и рассматривает то, в каком случае индивид может быть свободен. И это не просто логическое различие между индивидом и личностью, а исторический факт. Также тут есть такой термин «случайный индивид». Соответственно, в истории складываются разные ситуации, когда в обществе больше индивидов или больше личностей, ну, или случайных индивидов и индивидов личностей. И эти различные условия, они являются условием самодеятельности, то есть насколько индивид сам управляет собственной деятельностью и каким образом он зависит от форм общения, существующих в данном обществе. Соответственно, безусловно, эта форма общения зависит от производительных сил в данном обществе и от формы труда и формы производства, которые в данном обществе существуют.
так как эти условия на каждой ступени исторического развития соответствуют производственным силам, да, условия общения, то их история есть вместе с тем история развивающихся производственных сил. И таким, тем самым история развития индивидов. То есть ни в коем случае нельзя рассматривать развитие индивидов и развитие личности оторвано от развития производственных сил и от развития общества. Производительных сил. Производительных, извините. Отсюда следует, что в рамках, на самом деле, в рамках одной и той же нации индивиды проделывают совершенно разное развитие, да, в зависимости от того, каким образом они осуществляют, каким образом происходит их труд и как они относятся, вернее, ну да, то есть владеют они какими-либо, как, ну вернее так, каким объемом производственных сил они владеют. Производительных. Производительных. Все. Также и на исторических примерах, которые здесь приведены около 3 исторических примеров, и на них видно, что все исторические коллизии коренятся в противоречии между производительными силами и формой общения. И далее делается вывод, что только в коллективе индивид получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков. И, следовательно, только в коллективе возможна личная свобода. Здесь нужно сделать, ну, акцентировать внимание на различии, что, например, класс – это, безусловно, тоже группа, но это не коллектив. Так как ты можешь являться членом класса, допустим, по рождению, однако... По рождению или по положению в производстве? Членом класса? Да. Ну, например, если... Как по рождению вы можете? Там, дворянство. Это же класс по рождению. А, в этом смысле, да. Да. Ну, это сословие. Ну, да. Сословие. Тогда это было сословие. Сословие, да. Сословие по рождению, а потом класс, а классы по положению, да. Угу. Вот. А индивид приобретает свою личную свободу только в коллективе. И, соответственно, возникает проблема изменения вот этого понятия коллективности. И далее. Получается, что... Выделяется проблема, ну, сопоставляется пролетариат и буржуазия, и получается, что если пролетариат сможет совершить, ну, вот, этот новый качественный шаг к коллективности, то пролетариат будет намного, пролетарий, вот в пролетариате будет намного свободней, чем буржуа в буржуазии, так как буржуа очень сильно зависит от внешних обстоятельств и, соответственно, он не свободен. И дальше делается интересное суждение, что пролетарии, чтобы отстоять себя как личности, должны уничтожить имеющее место до настоящего времени условия своего собственного существования, которое является в то же время условием существования всего предшествующего общества. То есть должны уничтожить труд. И получается, ну, как я, наверное, поняла этот вывод, то, что труд... В данном случае, наверное, имеется в виду именно вот прежняя форма труда. И, да, то есть, должна... наемный труд. Да, и то есть, должен перейти качественный скачок к другой форме, которая бы обеспечила как раз-таки эту коллективность и свободу. Вот, наверное, все, что хотел сказать. Спасибо. А свободу как вы определяете? М? Свободу как вы определяете? Даже не я. Тут сейчас было определение свободы. Безусловно, она опять-таки связана, да, с деятельностью. И сейчас не буду. По-моему, свобода имелась в виду, что индивид, личность, вернее, самостоятельно может
управлять своей деятельностью. То есть она принимает решение, да, принимает решение по этому поводу, по поводу деятельности. То есть вот если я приму решение пойти и напиться как свинья, я свободен, да? Нет, так? Это связано ну как, с трудовой деятельностью. Самостоятельно принимает просто решение. Нет, это связано с трудовой деятельностью. Чем? С трудовой деятельностью. Ну, а то свобода только в труде имеется? Нет, ну, соответственно, если там, мы же говорили тоже на предыдущих парах о том, что когда личность становится свободна, то она свободна в труде, и, соответственно, труд у нее ограничен по времени, и тогда в свободное время эта личность будет развиваться, и она будет, соответственно, распоряжаться своим личным временем. Тоже это правильно, мы это говорили. А вот сама категория свободы, как ее определить, чтобы можно было пользоваться? Вот вы такое понятие используете, как произвол. Да. Да? Произвол очень легко определяется. Если я делаю то, что вот захочу. Да. Это произвол. А что такое свобода? Захотел, сейчас выпрыгну в окно, и вы не успеете меня остановить. Это произвол, да. А свобода в чем? Ну, свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Как можно обсуждать? Так если мы даже своей свободы не знаем, чего мы про другого скажем? Может, свобода – это ответственность? А? Это ответственность? Куда ты за свой выбор? То есть, что-то вы не то сделаете, вас раз в тюрьму. Это свобода, я понял. Хорошо. Ну, я сделала свой выбор, я понесла за него ответственность. Это было мой свобода. А ответственность, если я спрошу, только ответственность, вы скажете? Когда ты готов за свой выбор идти до конца, и ты понимаешь, что тебе будет за это? Да я готов, но к ответственности меня не привлекли. Есть тут ответственность? Нет ответственности. Ответственность когда? Я вот что-то сделал отрицательное, да? Нет, ненужное обществу или вредное для общества. А что такое ответственность? Ну почему это может быть вредное для общества? Это может быть даже полезное. А если полезное, то ответственность моя в чем? В чем это ответственность? Ну, сделал полезное, молодец. А в чем ответственность? То есть, вот, ну, так не должно быть, что мы одну категорию к другой переводим, и другую тоже туда не можем определить. Уже две накопилось. Там еще, может, третья появится. Произвол мы рассмотрели. У вас хороший очень доклад, самостоятельный, свободный. Видно, что вы подумали. Вот. Ну, вот, как всегда, вот что, для чего нужно выступление? Чтобы подточить, так сказать, так, чтобы все было на месте. Свобода определяется Марксом как господство над обстоятельствами, сознанием дела. Mm. Вот если обстоятельства над вами господствуют, хочешь – иди на семинар, хочешь – не иди, нету такой свободы. То есть обстоятельства таковы, что надо идти на семинар, мы не берем содержание даже этого, правда? То есть, если господствует над вами обстоятельство, что вы сами ничего не решаете, то нет свободы. А господство над обстоятельствами может быть абсолютным? Абсолютной? Невозможно все обстоятельства невозможно рассмотреть. Нет, даже если вы рассматриваете, но есть, например, законы физики, есть другие законы. Вы не можете их изменить, поэтому вы должны знать, на что вы можете повлиять, а на что нет. То есть, вы господствуете над обстоятельствами с учетом знания и понимания того тех объективных ограничений, которые при этом присутствуют. Вот если это имеет место, сюда и ответственность сюда включается, правда? Если я понимаю, какие ограничения существуют для моих действий. То есть я свободен, в том смысле, что я господствую над обстоятельствами, но не так, чтобы делать то, что противоречит законам природы и общества. Правда? Ибо они выше, чем воля отдельного человека. Вот, и тогда почему человек свободен в коллективе? Потому что легче преодолевать какие-то обстоятельства. Да. А в одиночку их не преодолеешь. Да. И вот само образование людей из других животных было связано с тем, что вот с коллективизмом. Если бы не коллективизм, то они не могли бы выжить, не могли бы сформироваться и не могли бы развиться у людей. Спасибо большое. Так, ну давайте узнаем, кто у нас в следующий раз будет выступать. Кто у нас еще не выступал? Вы не выступали, да? Нет, вы не выступали. Два. Так, вы как? Тоже не выступал. Тоже. Ну как, вы готовы в следующий раз выступать? В следующий раз? Ну давайте, надо готовиться и выступать, потому что не откладывать это дело.
Вот товарищ выступал 3 раза, сегодня не пришел, но вроде что я ему скажу, 3 раза уже выступал. Он более свободен. Это раз, и я думаю, что тот, кто выступил, понимает разницу между тем, чтобы почитать просто. Потому что когда вы читаете, вы потребляете знания. А когда вы выступаете, вы воспроизводите знания. Вы воспроизводите знания уже со своих позиций. Правильно? Вы же господствуете над своим докладом. Это ваш же доклад. Правильно? Вы оцениваете там те или иные положения, а не просто их воспроизводите и повторяете, что там кто что сказал. Это не в этом дело. Вот давайте мы в следующий раз послушаем новые доклады. А сейчас я предлагаю, вот руководствуясь тем, что было в нынешних докладах, вот эта тема об определяющей роли производства, о способах производства, соответственно, об общественно-экономических формациях, вот попытаться применить это к таким проблемам, которые существуют уже в наше время. Ну, наше время – это какое? Это время зарождения капитализма, становления капитализма, скажем, появления социализма, реставрации капитализма. То есть вот то переходное время, которое у нас есть. У нас какая эпоха? Эпоха империализма, пролетарских революций, диктатуры пролетариата. И формы здесь самые разные, разнообразные. Я их уже перечислил. Вот давайте начнем с России 19 века. Скажите, пожалуйста, в 19 веке в какой формации, нужно было отнести Россию? Ну, давайте будем разбирать, так сказать, по элементам. Поскольку вы нас убедили, что главное – это надо общественное бытие, да, и другая докладчица тоже с этим выступала, доказывала, что бытие общественное, да? Так вот, давайте, а какое бытие было? Буржуазное или феодальное у нас? Феодальное. Вы уверены? В 19-м, правильно? А? В 19-м, да. Вы уверены? Да. Вот есть у Ленина такая работа «Развитие капитализма в России». Вам будет очень интересно ее почитать при вашей уверенности. Хорошо. Где он, вот этот взгляд, что у нас экономика феодальная, он его полностью опроверг. Причем опроверг его не аргументами, а статистическими данными, причем данными переписей, которыми он пользовался. В это время Ленин был в ссылке 3 года. Он находился в Шушенском и писал там эту книгу. Книга составила вот такой. Это 3-й том полного собрания сочинений. И там разбирается, как в России появляется капитализм. До этого у него была предварительная работа, которая называлась «По поводу так называемого вопроса о рынках». А тут он предпринял такую фронтальную попытку рассмотреть всю экономику России и показать, какое место в ней занимал капитализм. До этого, до появления этой книги, ну, вот такая же точка зрения, как у вас, она господствовала. Это я говорю не в том плане, что вот там вот вы там ошиблись, а в том, что кажется естественным. Все формы вроде феодальные, есть царь, так, есть помещики, есть землевладельцы. Вот. И кажется, что Россия целиком феодальная. Но внутри, в недрах феодального общества, оказывается, идут такие процессы, которые превращают производство из феодального производства капиталистического. Для этого никакой политической революции, для того, чтобы феодальное производство превращалось во многом в капиталистическое, не требуется. Какие процессы? Что было в городах? В городах в средние века были ремесленные цехи. Чем они характеризуются? Каждый, значит, ремесленник делает, вот собирается все вместе, вот если у нас какой-то один цех, и мы делаем обувь, то вот мы каждый делает, выполняет какой-нибудь заказ, а кто-то распределяет. Вы будете вот женские сапоги делать в этот раз, а вы будете ботинки, а вы будете кирзовые сапоги. Кто-то будет делать, значит, сандалии для лета или еще домашние тапочки. И вот этот ремесленный цех, он развивается. Из кого состоит? Это как каким-то образом оказавшиеся свободными люди уже. Каким образом? Это могут быть разорившиеся бывшие землевладельцы или когда-то убежавшие и не пойманные крестьяне. Откуда они могут взяться, эти люди, ремесленники, правда? Вот эти самые. Ну, а дальше дети и внуки тех, кто был свободными. То есть уже известное количество свободных людей, которые в городах занимаются ремесленным трудом.
это уже не труд феодальный. Нет, они к помещику никакому не относятся, они ему не подчиняются. К ним приходят люди, платят им деньги или несут им масло, яйца, кур и так далее. То есть зерно, муку, а они взамен выдают им продукцию. Имеется товарное производство, и вот это товарное производство в цехах развивается. Потом начинается, поскольку у нас и одна докладчица, и другая призвала, потому что надо внимательно следить за производством, а что происходило с производством. Вот мы, следуя этим советам, должны проследить, а что было с производством. Вот ремесленные цехи... Нет, так быстро не получается. Вот эти ремесленные цехи превратились, так сказать, в простую кооперацию. То есть в них каждый делал примерно то же самое, что другой, целиком. Тут целиком делал продукт. Но кооперация была простая. Простая состоит в том, что вот я делаю, у вас спрашиваю, вы у меня спрашиваете, какие-то затруднения. Видели, как люди одной и той же профессии обращаются друг к другу и вместе быстрее продвигаются. Правильно? У него какой-то затык, как мы иногда обучаем. Обучаемся работе на компьютере, когда у нас что-то не получается или где-то зависло. Один к другому обращаемся и преодолеваем. Вот эта простая кооперация долгое время существовала, а потом начался переход к разделению труда. Раз мы делаем одно и то же, не лучше ли будет, если мы делаем какую-то там мебель, или мы делаем обувь, не будет ли лучше, если вот один будет специализироваться на подметках? Подметки надо вырубать, если он будет это все время делать, он будет делать быстро и много. А другой будет делать каблуки. А третий будет делать верх, а четвертый будет пришивать, сшивать, а пятый будет приклеивать подметку и каблуки, а последний будет наводить лоск на то, чтобы это было вот, готовой вещью. Понятное дело, что сразу вырастает производительность труда. За счет чего? За счет разделения труда. Ну вот возьмите любой стул, который здесь есть. Вот стул сделать сложно, а если его разделить на элементы, смотрите, что тут, вот у этого стула металлического с крышками фанерными и с толстой фанерой, сколько тут элементов? Вот надо сделать металлическую основу. Ну, сейчас ее делают методом сварки, я так понимаю, раньше этого не было, но надо было сделать тогда. Поэтому и металлическую мебель не делали, ну, вот делали деревянную мебель, а где делать ножки? Вот вам задача сделать 100 ножек. Для 25 стульев. Так, и вы 100 ножек будете делать. А вы будете делать, соответственно, для 25 стульев 25 спинок. А вы 25 сидений. А вы будете их собирать. А вы будете их потом или красить, или лаком покрывать. И так далее. И если вот труд разделить, оказывается, производительность труда резко возрастет. Это с одной стороны. А с другой стороны, появляется возможность применять те машины, которые есть, механизмы, потому что есть простейшие такие операции. Вот, скажем, эти же самые, может быть, механическая пила, с помощью которой можно выпиливать, вы делаете спинки, вы это делаете, а потом штамповкой стали это делать. То есть отдельные элементарные операции, когда они уже выделяются в труде, они становятся подсильны не такому сложному существу, как человек, а они становятся подсильным машинам, которыми командует этот человек, и с помощью которых он с ними управляется. И вот когда появляется уже машинное производство, разделение труда, это называется мануфактура, то есть кооперация построена не на простом разделении труда, не на простой, вернее, труд, построенный просто на совместной деятельности без разделения труда, называется простой кооперацией. Ко – это со, операция – это действие, совместное действие, кооперация. А вот когда вы берете уже кооперацию, основанную на разделении труда, это называется мануфактура. Понятие мануфактура означает наличие разделенного труда. Вот уже про нее можно сказать, что здесь большую роль играет управление. И понятие управления Маркс дает такое, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ
и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. И вот это вот разделение труда и, соответственно, труд по управлению дают мануфактуру. А из мануфактуры путем применения уже различных механизмов и машин появляется фабрика. Фабрика – это мануфактура, которая перешла на машинную основу. Вот что такое фабрика. И тогда мы видим, как это все развивается. Ну и как у нас ситуация была в 19 веке? У нас вы были давно уже ЗАС. Были и простые, простая кооперация была, и мануфактуры были, да, трехгорная мануфактура, слышали? И фабрики уже вовсю были, и заводы были, так что у нас. А на заводы и на фабрики кто шел? Значит, крепостные крестьяне или люди нанимались? Люди нанимались. Что значит нанимались? Что они продавали? Труд. Нет, труд нельзя сказать, труд не продается. Свои способности. Да, вот продавали способность к труду. Потому что если труд продавать, то ничего тогда не получаешь. Вы мне труд продаете, я вам другую форму труда даю, и все. И мы разошлись. И что тогда капиталисту остается? Он же хочет получить от каждого работника дополнительную стоимость сверх того, что он ему уплатил. И вот если я покупаю вашу рабочую силу, то вы производите продуктов за 2 часа там, или за 3, которые эквивалентны тому, что вы получаете свои заработные платы, а все сверх этого – прибавочная стоимость. А заработная плата – это что такое? Бесприбавочная стоимость. Нет, заработная плата – что такое? Ну, это то, что получает. Ну, что это такое? Вы же продаете свою рабочую силу. Ну, по какой цене вы продаете? По рынке. Ну, вот эта цена, цена, по которой вы продаете, есть заработная плата. По которой вы продаете, а я покупаю. Если вы продаете, я покупаю, это вот одна цена на нас, для нас двоих, так цена рабочей силы называется заработной платой. Вот это тот шаг, который сделал Маркс, который разрубил логический узел, который мучил Адама Смита. Он никак, вот он говорил, труд, 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 труд. И в первых работах тоже Маркс тоже говорил, труд приобретает. А потом он понял, что это не годится, если говорить о труде, то тогда не покажешь, что же происходит на самом деле на капиталистическом производстве. То есть покупают по стоимости, допустим, рабочую силу, даже цена может быть равна стоимости, но стоимость производит работник больше, чем стоимость его рабочей силы. И даже если вот справедливую цену установить, справедливую с точки зрения товарного хозяйства, это ваш труд, ваши мы не труд покупаем, покупаем вашу рабочую силу по стоимости. Сколько она стоит? Ну, как всякий товар, стоимость определяется трудом, необходимым для ее производства. Вот сколько нужно на воспроизводство рабочей силы, с учетом того, что надо семью воспроизводить и обеспечивать дальнейшее развитие. Вот с этим учетом получаем стоимость. И стоимость продукта зависит от стоимости рабочей силы. Получается, это стоимость, которая оказывается принадлежащей капиталисту. И капитализм стал бурно развиваться в России. Вот Ленин показал, что в городах вовсю уже капитализм. В экономике. Ну, городов уже не так много, людей-то вокруг больше. Да, поэтому, учитывая то, что вы скажете, Владимир Ильич Ленин, как человек прозорливый, обратился к селу и показал, что в селе идет разложение общины, что появились, ну, потому что развитие производительных сил идет, и то, что происходит на барщине, не является уже решающим. На барщину приходят люди и выполняют то, что некоторые вообще туда не приходят, они откупаются. То есть они уже производят достаточно много продуктов, крестьяне, спрашивают, сколько вам надо, сколько вы хотите, чтобы я вам тут сделал, вот столько я вот столько вам и отдам. Это как называется? Оброк. Переходят на оброк, отдают феодалу оброк и продают на рынке то, что они производят. Причем одни крестьяне богатеют, а другие крестьяне беднеют. Те, которые богатеют, потом переходят к найму работников. Как называются те самые работники, которые работают по найму у сельских буржуа? Это вы слово точно слышали. Но сейчас, может, его не вспомните. Батраки. Батраки. Вот, очень хорошо. Батраки. А у кого батраки батрачат?
У середняков? Или на кого они батрачат? Как называется сельский буржуа? Сельский буржуа называется кулаком. То есть есть уже, и кулаков было примерно 6% сельского населения, и вовсю в деревне развивалось буржуазное производство сельскохозяйственной продукции. При том, что были помещики, которым этому производству мешали. Кому они мешали? А всем. Они заставляли всех работать на барщине, от них кулаки откупались, середняки откупались, бедняки работали и там, потому что, значит, они на барщине должны работать, у них уже своей земли нету, земля из их рук ушла. Как это может получиться? А получается так, что неравномерно же идет развитие. В одних семьях родилось там из 13 детей, 8 мальчиков, и они вот выросли и... вовсю работают. И получается достаточно много людей, всю работу сделали, могут взять в аренду у других землю, могут еще где-то подработать. А в другой семье родились сплошь одни девочки. Девочки потом замуж повыходили, земля осталась бесхозной, неухоженной. И те, кто там остался, остался там 1-2 человека, 3. Они оказались бедняками. Что должны делать бедняки? Идти работать на кого? На тех, кто разбогател. А есть середняки. Они сами работают, сами достаточно много производят. В основном не нанимают работников, но могут иногда и нанимать. Потому что если человек нанимает работников, но если основная масса труда, которую он присваивает, это его собственный труд, то он не кулак, правильно? А когда он кулак? То есть если я вас пригласил вот весной мне помочь вскопать, а вы меня пригласили осенью помочь яблоки убрать. Так что, скажите, я кулак, вы кулак? Нет, не так. Надо посмотреть. Основной труд, за счет которого живет семья, если это труд свой, там, муж, жена, дети, вот вся эта большая семья, которая была, которой сейчас нету у нас в России. И хотя мы говорим, что вот от благосостояния зависит как численность членов семьи. Но это вот не совсем так получалось. Посмотрите, какие большие семьи. И семья того же самого Ульянова Ленина тоже большая. Он же 4-й ребенок там. Ни первый, ни второй. А сейчас это редкость. Сейчас, говорят, вот благосостояние больше, а детей меньше. Так вот, как определить, кто кулак и нет? Если в основном, основная масса присваиваемого труда – это чужой труд, значит кулак, то есть сельский буржуа. А если основная масса присваиваемого труда – свой труд, значит, то, что я вас там нанимал, и найм очень широко распространен вообще был в деревне, это некое подспорье, не более того. А мы должны в принципе решить, к какому классу относится тот или иной вот субъект. Итого получаем да, в селе 3 класса. Кулаки, то есть капиталисты, сельскохозяйственные буржуа, середняки. Середняки – это мелкие буржуа. Понятие «мелкий буржуа» можете сформулировать? Не буду к вам уже. То есть кто имеет возможность иногда нанимать... Нет, не так определяется. Мелкий буржуа определяется очень просто. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. От кого надо отличать мелких хозяйчиков, работающих на рынок? От патриархальных хозяев, которые продают, которые ничего не продают, или в основном ничего не продают, в основном все делают для себя. Вот они производят картошку и живут этой картошкой. Производят капусту и солят эту капусту, или хранят ее в погребе. Они производят свиней, потом они зарежут кабана и заложат в погреб, и этим живут и так далее. Они производят огурцы, они засолили эти огурцы в бочки, положили в погреб там. И вот они все зимой живут, квас у них есть, чай у них, сушат травы всякие вкусные и так далее, и живут припеваючи. Это кто такие? И это патриархальное хозяйство. Они с рынком не связаны. А если я пеку пирожки и продаю кому-то, кто хочет их, эти пирожки съесть, или если я произвожу зерно на продажу,
Произвожу мясо на продажу, если я произвожу лен на продажу, это какое? Это означает мелких хозяйчих, работающих на рынок. Но я работаю сам, и семья моя работает. Если семья работает сама, или вообще не привлекает наемных работников, или привлекает их в такой степени, что все равно основной труд свой, свой. Ну, вы мне там что-то помогли, я вам что-то заплатил, а в основном это мой труд, и труд моей семьи. Вот если можно охарактеризовать это хозяйство так, что это мелкий хозяйчик, работающий на рынок, это мелкий буржуа. Для чего нам это надо знать? Потому что у нас сейчас полно этих самых мелких буржуа в современной России. Правильно? Их называют мелкий бизнес, самозанятые, как будто вы не самозанятые. Вы не самозанятые, что ли? Вы сами сюда пришли? Сами захотели получить такую специальность? Сами пришли в институт философии? Сами хотели стать конфликтологами? А вот он говорит, а вот есть самозанятый, начните свое дело. А у вас что, не свое дело, то, чем вы занимаетесь? Чужое дело? Мое дело у вас или свое? Свое вроде, правда? То есть вы же сами учитесь, вы же свое образование повышаете. Ну вот всячески обходят вот эти точные формулировки. От этого страдает и теория, и практика, потому что если мы хотим понять, что происходит, нам надо руководствоваться совершенно точными понятиями. Потому что если я мелкий буржуа, то в чем я заинтересован? Во-первых, я трудящийся. Вы как трудящийся должны меня уважать, не называть меня буржуа и не ругаться. Правильно? Трудящийся я. И как трудящийся я заинтересован во всем том, в чем заинтересованы и рабочие. Правильно? Все мы трудящиеся. Это раз. С другой стороны, я работаю на рынок. Сам я, вот я пирожки пеку, сам я их не ем. Это делает, это обстоятельство становится очень существенным. Потому что сам я их не ем, поэтому я себе другие испеку, а вам туда вместо мяса могу положить и масло. Масло ши, масло кокосовое, масло пальмовое и так далее и тому подобное. Почему? Ну, потому что оно в 5 раз дешевле, чем молочный жир. В 5 раз. И поэтому вот можете пойти в любой кондитерский магазин, начать читать, что продают, конфеты, кондитерские изделия. Везде сидит вместо молочного жира, как всегда это было раньше, вот этот самый кокосовое масло. И что вы скажете? Ну, если у меня цель продать и получить больше денег, то что вы мне скажете? Я вот действую в соответствии с моей экономической целью. То есть мелкий буржуа. Даже есть такая поговорка, сам бы ел, да деньги надо. Так я рекламирую это, вкусные там какие-то изделия. Сам бы ел, да деньги надо поэтому, а сам я не ем. А раз сам не ем, сегодня вкусные, завтра менее вкусные, послезавтра вообще не вкусные. А мне важно их продать. Вот сейчас мы наблюдаем, скажем, помидоры, которые сделаны вроде не из пластмассы, а по вкусу как будто они из пластмассы. Чем они отличаются? Тем, что они могут годами лежать. Или вот клубника такая красивая, или муляж. Но это не муляж, это как бы выращенная клубника. Что туда добавляли? Как ее растили? Откуда ее видели? Она может лежать месяцами, ничего с ней не будет. Спрашивается, что туда надо положить, чтобы она лежала месяцами. Но это уже мы говорим о том, что с чем связано это вот мелкобуржуазное, мелкотоварное хозяйство. Теперь, если я мелкий буржуа, какая у меня цель? Стать буржуа покрупнее? Да, не покрупнее, а просто стать буржуа, потому что мелкий буржуа – это не буржуа. Вот мелкий буржуа, надо тоже запомнить, это не буржуа. Это не маленький буржуй. Маленький буржуй хочет стать буржуем покрупнее, а мелкий буржуа мечтает стать, он мелкий хозяйчик, работающий на рынке, хочет стать настоящим хозяином. А что такое настоящий хозяин? Прикупил еще землицы, купил еще одну лошадь, еще одну сбрую, еще одну саху и нанял работника. Вы будете теперь пахать. Что я буду пахать? Зачем мне пахать? Вы будете пахать, а я буду вам платить за то, что вы пашете, и стать настоящим хозяином. То есть мечта мелкого буржуа и цель его – выбиться в люди. Как он понимает выбиться в люди? С точки зрения, вот как вы объясняли, с точки зрения этого бытия. Раз у меня бытие мелкий буржуа, значит, моя мечта в одном состоит – стать настоящим хозяином, стать буржуа. Ну и как насчет реализации этой мечты? Эта мечта реализуется в очень редких случаях, потому что что происходит обычно с мелким буржуа? Основная их масса разоряется. И тогда она в 19 веке разорялась, и сейчас. И хотя, скажем, тот же Дмитрий Анатольевич Медведев все зовет в мелкий бизнес, идите,
будете мелким буржуа. Идите, вы будете, мы вам дадим 50 рублей, а все равно они разоряются. Или они сами разоряются, или крупный их капитал их сжирает. Посмотрите, у нас были вот ларьки у каждой станции трамвая. В один прекрасный момент крупный капитал через свое административное управление при нашей дорогой Валентине Ивановне раз и разрезал болгарками все эти ларьки. Дескать, идите, арендуйте дома. А что тогда вы из домов выходили? Вот, так сказать, все пошло опять в обратную сторону. В Москве недавно был большой шум в связи с тем, что люди настроили всякие ларьки, получили для этого все необходимые разрешения, законную собственность получили. Ну, все равно, так сказать, приняли постановление это такое правительство Москвы убрать это все и убрали. Вот и это называется поддержка мелкого бизнеса. И наоборот, все времена, которые иногда ругают, вот в сталинские времена, когда был период НЭПа, закрывали там мелкое производство или наоборот, на мелкое производство считали, поддерживает сейчас экономическую жизнь. Пока там идет строительство крупных предприятий, пока идет налаживание плановой экономики, а люди должны есть, пить и одеваться каждый день. Это вот главная основа вообще той книги, которую мы изучаем. Для того, чтобы вообще чем-нибудь заниматься, наукой, искусством, культурой, там, что для этого нужно делать? Есть, пить и одеваться, и иметь крышу над головой. Поэтому, если у вас пока другого нету, значит, надо использовать тот тип экономики, который есть. Мелкие буржуа, не только не мелкобуржуазная деятельность не запрещалась. Более того, можно было иметь в период НЭПа трех наемных работников. То есть, если я решил, вот, скажем, нанять вас, вот троих я могу, вот четвертого уже, если найму, это уже нарушение. А троих, пожалуйста. Ну, а куда они делись? Как куда они деваются при капитализме? Туда они делись и при строительстве социализма. Разорились. И пошли куда? Ну, те, кто разорились, куда они идут? На завод. На завод. В основном в город и на завод. Или к кулакам в город и на завод. Куда идут батраки? Есть полубатраки, такие полупролетарии, у которых есть кусок земли, но им с него не прокормиться. И семья у него такая, что ему ничего не создать. И вот эти вот в работе, я вам очень ее рекомендую, она, надо сказать, такое чтение не праздничное такое, не такое, что увлекательное, потому что очень много статистических выкладок данных, но там вот полное доказательство того, что в 19 веке в России победил капитализм в экономике. В 19 веке. И до этого была дискуссия. Народники говорили, нет у нас никакого капитализма, вы тут эту пропаганду не ведете, вы так сделали вывод, что нет, капитализма нет. А народники говорили, что Россия пойдет своим путем, у нее это не пойдет, она западным путем. Но, как выяснилось, эта дискуссия уже запоздала, уже все капитализировано. Значит, что осталось? Остались эти помещики, которые, в общем-то, никому не нужны. Они всем мешают. Они мешают крупным капиталистам, потому что землю они занимают, нельзя нигде построить фабрику. Это же землевладельцы. Они мешают капиталистам обычным. Они продолжают, сказать, вам нужно что-то делать и продавать, если вы мелкие буржуа, они вас заставляют работать на барщине. Ну, от них откупаются уже те, которые разбогатели. Ну, это же грабеж, так сказать. Они не работают, вы работаете. Они, значит, только прожигают жизнь, ходят на балы, так сказать, живут красиво, ничего не... Они не нужны для ведения хозяйства ровным образом. Тем более бедняки. Бедняки всеми силами убегают, а уже сил нет у царского правительства ловить тех, кто убегает. Тем более, что в самом классе феодальном уже зреет настроение, что надо переходить к другому способу производства. Вот такое явление, как декабристы, оно замечательное. И, кстати, такое крупное выступление класса землевладельцев, феодалов, дворян в пользу уничтожения крепостного права, уничтожения крепостничества – и в поддержку освобождения крестьян от крепостной зависимости. Вот такого явления вы не найдете. Причем, смотрите, как это происходило в России, в которой просто уже вовсю развивался капитализм в экономике.
Восстание декабристов было в 1825 году, а уже в 1861 их повесили одних, других отправили в Сибирь. Они одни мучительно умерли, другие доживали в беднате и с трудностями. И что? И чем дело кончилось? Сколько прошло лет? Вот 61-й, отнимите 25, да? 30 через 30? А? 36. Через 36 лет? Ну да, 35-36 лет. И уже освобождают и крестьян. А что никто туда не нападает, на этого самого коряне, царя не казнит, а его, на него нападали террористы и по другой линии. А никто из класса феодального его не преследовал, никто не выступал. А в России были случаи, когда царей меняли, да, и особенно церемонили. Так, а что, значит, что мы получаем в итоге? Значит, в итоге уже в 19 веке, к концу его, мы имели буржуазное сельское хозяйство, буржуазная промышленность в городах. Там-то уж совсем вполне буржуазная. И крупную промышленность. И даже в начале 20 века мы уже имели крупные монополии. Продуголь, Продомет и другие. То есть уже Россия стала вступать в период империализма, а не просто в капитализм. Ибо находилась она по развитию экономики на 5-м месте в мире. И хотя говорят, отстала и Россия, но это, так сказать, касается разных областей жизни, там по образованию, вот, может быть, по другим каким-то параметрам, но с точки зрения экономики, как вы можете сказать, что страна отстала, если она на 5-м месте? Если у вас было спортивное соревнование, вы заняли 5-е место, вы отстали или нет? Отстали от 4-х первых, да? Смотря сколько участников. Ну, если, конечно, 5 участников, то да. Но вы, наверное, знаете, сколько участников в мире, больше сотни. Поэтому никак вы не можете считать ее отсталой страной, экономически отсталой. Спрашивается, так какой строй, как вот охарактеризовать, в какой формации жили люди, ну, допустим, в 1870 году, в день рождения Ленина, в год рождения Ленина. В какой формации жили люди в России? Можно сказать переходной или все-таки уже капиталистической? Ну, она переход, может быть, или в рамках одной формации, или в рамках другой. Не бывает просто переходной, дескать, не такая, не такая. Она какая-то такая, которая умирает, или такая, которая нарождается. Все-таки в какой формации? Ну, исходя из статистики, переходная уже в рамках капиталистических. В рамках капиталистических? Как же в рамках капиталистических? Значит, какой класс у власти? Так, вы же только что сказали, что... Я только что сказал, что экономика стала капиталистической. А у власти кто стоит? Тогда как сформулирован вопрос? Так и сформулирован. В какой формации находилась Россия? Формации какой? Не в каком способе производства, а в какой общественно-экономической формации жили люди в России. Как можно разделить способ производства и формацию? А вот у вас там из доклада вашего не вытекает? Ну, вы же доказывали, что, вы доказывали, что есть базис, а формация, над ним возвышаются идеологические, политические и другие. Вот когда вы берете ее с идеологическими, политическими и другими надстроечными явлениями, тогда у вас получается уже не способ производства, а общественно-экономическая формация. Вот вы, если не берете эти все надстроечные явления, а берете только общественное бытие, это будет способ производства. Способ производства мы выяснили капиталистический был в 19 веке. А надстройка какая? То есть вот все эти политические, юридические, идеологические процессы, какой носили характер? Кто стоял, какой класс стоял у власти? Какой стоял? Я вам задачу сейчас упрощу. Буржуазная революция когда у нас произошла? Позже. Позже. Когда? В каком году? Революция. О, задача. Товарищи граждане, когда у нас в России, товарищи россияне, когда у нас в России произошла буржуазная революция?
Я не спрашиваю, когда в Японии произошла, или когда в Эстонии, или когда в другом государстве. А в России это когда? В 17-м году. А в какой месяц? В феврале. Вот. Вы спасли честь группы. А то как-то даже и странно. В феврале 17-го года. Значит, что получалось? Значит, до февраля, при том, что все эти процессы бурно развивались, развитие капитализма в экономике, а у власти стояли феодалы. А что произошло с ними, с этим классом феодалов, после 1861 года? Он власть потерял или нет, экономическую? Нет, не потерял. Почему? А потому что земля у него осталась. То есть, если раньше на этой земле работали крестьяне, просто как крестьяне на барщине, то освободили крестьян не полностью, а отрезав у них те земли, которые они обычно использовали, без которых нормальное ведение хозяйства невозможно. Значит, если они хотят самостоятельно вести хозяйство, платите денежки теперь кому? Землевладельцам. Капиталисты хотят на этой земле построить завод. Что надо делать? Платите денежки. Кому? Землевладельцам. Они же все земли у помещиков. Поэтому сила их политическая, она являлась в то же время экономической силой. Пока они не свергнуты, они собственники земли. А как собственники земли, они задерживают вообще развитие капиталистического производства, не дают ни крестьянам развиваться, мелким буржуа превращаться в пролетариев и буржуа, ни рабочим, поскольку они обременяют капиталистов абсолютной рентой. А рента – это реализация собственности, экономическая форма реализации собственности на землю. И тем самым оказывается, что освобождение от частной собственности на землю является условием развития капитализма. Почему? А раз не будет частной собственности на землю, то тогда капитализм может бурно развиваться, не надо никому платить за пользование землей. Вот это некоторые товарищи сейчас не усвоили и не знают даже, которые не глубоко вот это все изучают. Поэтому какое требование было у крестьян, у мелких буржуа, которые эсеры собрали скрупулезно их наказы? А вот требование было такое, и которые реализовали потом большевики, как только они пришли к власти. Требование было такое. Землю всю национализировать, то есть считать государственной землей. Так? И передать в бесплатное пользование, разделить ее всю по едокам. Семья, сколько у вас человек? Четыре? Четыре доли. Семь? Семь долей. Восемь? Восемь долей. Все, у вас один, одна доля. И все по едокам разделить. И скрупулезно большевики в своем декрете о земле этот пункт эсеровского наказа, вернее, крестьянского наказа, который собирали и готовили эсеры, вот они его реализовали. И все сразу получили большую поддержку крестьянства из этих самых мелких буржуа. Поэтому можно сделать вывод такой, что переход от феодализма к капитализму произошел у нас после того, как власть феодалы потеряли и приобрели власть капиталисты. То есть можно сказать, что критерием перехода от одной формации к другой, что явилось? Переход власти к другому классу, новому. Вот что является критерием. Буржуазия тоже имела экономическую основу уже. У нее уже были фабрики в городах, в деревнях были кулаки, которые контролировали всю хозяйственную жизнь деревни. Поэтому вот этот переход власти от феодалов к буржуазии означал переход в какую формацию? Буржуазную. Следовательно, переход в буржуазной формации состоялся когда у нас? В феврале 1917 года. И вот потом такая картина, про которую все выступавшие рассказывали. Есть базис капиталистический, над ним стоят
такие идеологические представления, взгляды, политические институты тоже какие, тоже буржуазные. То есть буржуазный базис и буржуазная надстройка, как красивые. А до этого была другая картина. Базис буржуазный, а политическая надстройка феодальная. И вот это все еще держалось, феодальная формация. Все так, это вот красота такая и удобство для изучения, когда есть базис буржуазный, настройка буржуазная, протянулась до какого времени? Только до октября 17 года. То есть, так сказать, царство буржуазии в России, в котором она была не только экономической, так сказать, единицей и силой, но и политической властью, продлилось только несколько месяцев. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Все, 7 месяцев. Через 7 месяцев власть оказалась у большевиков. Какой формации, какая теперь формация? Какой формации относилась Россия после октября 17 года? Что в экономике? В экономике какой строй был? В декабре 17 года. В декабре. В октябре была революция социалистическая. А как, что в экономике было в декабре? Какой строй? Военный коммунизм. Какой? Военный коммунизм. Ну какой там военный коммунизм? Капитализм был. Ничего не гремилось в экономике. А что взяли-то? Какой военный коммунизм? Не было никакого военного коммунизма. В декабре был капитализм. Ну, представляете, вот, ну, сели там другие люди сейчас в Смольном. И что? Как мы возвели занятия, так и ведем. Все изменилось-то. И вот что было в экономике, ведь разве национализация была проведена в октябре? Нет. А когда национализация была проведена? В 17-м году была проведена национализация? Нет. Она проведена была в 18-м. А когда? В январе. И вот в январе после национализации впервые появился социалистический уклад. А он что, состоял из всех предприятий, которые национализировали? Нет. Потому что национализировали много, а направить в интересах общества смогли немного поначалу. А как иначе бы? Иначе и не может быть. Вот то, что вот сумели направить в интересах общества с помощью Совета народного хозяйства, потом с помощью плана ВЛРО и так далее, это называется коммунистический уклад. Уклад только лишь. А вот все остальное... национализированное хозяйство, госкапитализм, то есть государство социалистическое, а хозяйничают так, как частные капиталистические предприятия они. Госкапитализм. То есть госкапитализм напоминает нам то, что у нас сейчас есть в России. Вот у нас есть государство, государственный сектор 70%, а они хозяйствуют независимо друг от друга. Плана нету, программы нету развития России. И вот, так сказать, кто что хочет, тот то и делает. Сами выходят за границу, сами ищут, где какое сырье, а отдают государству прибыль. А чтобы ему поменьше отдавать, что делает тот же самый Роснефть? Вот оно себе делает большие зарплаты. По 24 миллиона членам правления. А, скажем, Газпром по 15 миллионов в месяц зарплаты. Потому что это как бы издержки, а прибыль мы отдадим. И прибыль отдают нашему государству. Это вам и на образование. Это вам на обучение, на медицинское обслуживание. Только 24 миллиона мы себе положим в месяц сами. Или, как скажем, руководитель нашей почты себе решил премию сделать. И говорит, он понял, что он самостоятельный. Сейчас подписал себе. Я себе выписываю за хорошую работу 60 миллионов. А если вы не можете такую выписать, значит, вы неудачница. А он удачник, успешный. А вы неуспешная. Раз и все. Вот примерно такая была картина и в то время. Это называется госкапитализм. А еще какой сектор? Это частно-хозяйственный капитализм, потому что не все предприятия национализировали, крупные национализировали, а многие частные оставили. И, так сказать, они, эти капиталисты, хозяйствовали как обычно. А еще что было? А еще мелкобуржуазный или мелкотоварный сектор. Вот те самые крестьяне и ремесленники городские. А еще какой уклад? А еще... патриархальные. Они говорят, и раньше мы ели огурчики свои, капустку свою, картошечку. Кто там у нас? То ли царь, то ли большевики, то ли меньшевики, то ли эсеры. Нас это не волнует. Мы съездим в город, купим подсолнечное масло и купим соли.
и гвоздей. Больше нам ничего от этого не надо. И все. Вот немножко продадим. А все остальное у нас потеряли. 5 укладов было. И потом, вот какая в это время формация, вот это был переходный период от чего к чему? Переходный период от капитализма к коммунизму начался. И сколько он времени существовал? Да, вот этот переходный период от капитализма к коммунизму. А коммунизм вы что называете? Что называете? Кто что называет коммунизмом? Скажите, пожалуйста. Плановая экономика. А? Ну, плановая. Я могу по плану вообще, так сказать, такое дело делать нехорошее. План добывает даже у злых людей. Да? Национализация производства, отсутствие частных. Значит, коммунизм означает общий. Коммунизм – это общество, основанное на общественной собственности. Вот как только общественная собственность создана, то есть, а что значит создана общественная собственность? Не объявлено? Хорошо. Не объявлено, что создана общественная собственность, и не провозглашено, можно провозглашать, писать все, что угодно. А важно, действует экономика в общественных интересах или нет? Если она действует в общественных интересах, значит, общественная собственность есть. Если она не действует в общественных интересах, то ее нет. И, конечно, без плана не получится, чтобы она действовала в общественных интересах. Поэтому то, что вы сказали, правильно. То, конечно, но не просто план, а план, который бы подчинял экономику общественным интересам. Когда сложилась такая экономика? В каком году? К середине 30-х годов. К середине 30-х годов плановая экономика, которая подчиняла производство общественным интересам, сложилась, и состоялся переход к коммунизму. В этом смысле переход. Какой еще смысл некоторые люди вкладывают в коммунизм? Там, дескать, польются полным потоком богатства, надо лежать на диване, и прямо тебе в рот будет все наливаться, ничего делать не надо. Потому что это такое вульгарное или потребительское понимание коммунизма. А здесь коммунизм как строй, основанный на общественной собственности. Так в какой формации это все происходит? В коммунистической и общественно-экономической формации. А когда так же стройно получалось, как в свое время капитализм, да? Коммунистический базис, коммунистическая настройка, когда это произошло? Только с середины 30-х годов. И до какого периода? То есть пока главным критерием и основным, и вообще критерием отнесения к той или иной формации является то, какой класс у власти. Как только у власти встал рабочий класс, это коммунистическая формация. Только переходный период к коммунизму, потом коммунизм – низшая фаза, потом коммунизм – высшая фаза. А у нас что получилось? Переходный период к коммунизму, потом коммунизм – низшая фаза, потом объявляется, что диктатура пролетариата не нужна на 22-м съезде. То есть класс, власть рабочего класса исчезает, и сразу, так сказать, начинается переход к диктатуре прежнего класса, к диктатуре буржуазии. Этот переход составлял период с 1961 года по 1991, 30 лет. Строительство коммунизма было 18 лет, а разрушение – 30. И когда вот говорят, Советский Союз развалился, ну, это, конечно, неправильное изображение, потому что как он развалился, когда его снаружи и изнутри разваливали, и чтобы это развалить, нужно было уничтожить всю плановую систему, нужно было уничтожить всенародную кооперацию, нужно было ликвидировать машино-тракторные станции, разорить колхозы, продать им эти самые трактора, машины, они стали собирать из двух тракторов один, из двух комбайнов один, потому что никакой базы нету. Рабочий класс, который был на машино-тракторных станциях и работал в государственном секторе, как бы исчез и так далее. Вся эта плановая система подчинения производства общественным интересам разрушена. Цены, которые были плановые и которые соответствовали общественно необходимым затратам труда и снижались, и оптовые были цены, и розничные, оптовые снижались без всяких специальных распоряжений, потому что цена оптовая – как формировалось? Это издержки производства плюс нормативная прибыль. Там, скажем, если прибыль в войну, это было 3%, там, а могло быть там, 10%. Если у вас издержки производства снижаются с ростом производительности труда, то оптовая цена снижается. И у вас
Если у вас постоянная цена потребительская, у вас получается вот длинная-длинная, большая-большая подушка между розничной и оптовой ценой. Ее нужно как-то преодолевать, то есть приближать розничную цену к оптовой, чтобы она соответствовала движению. Если у вас книги стали дешевле, что надо сделать? Надо цены на книги сделать ниже. А иначе, если вы просто будете зарплату повышать, вы будете требовать больше сахара, или больше масла, или больше мяса, и все пойдет наперекосяк. Поэтому вот понижение цен это было не жестом доброго дяди Сталина, дескать, давай мы высимся. Это просто естественное течение хозяйственных процессов. И наоборот, неестественно прямо на политическом капитализме. Сейчас тоже снижаются затраты, производительность труда растет, значит, на каждый продукт затрачивается все меньше труда, следовательно, каждый продукт все более и более дешевым становится. Но раз у нас монополистический капитализм, то монополист, во-первых, экономит на том, что затраты труда уменьшились, это будет, получается, дополнительная прибыль. А поскольку цена монопольная, то я могу еще и поставить повыше ее. Могу? Могу. А вам некуда пойти. Говорят, в ЖКХ у нас будет конкурент. А какой конкурентный? Куда вы денетесь? Никуда вы не денетесь. Купите у тех, кто есть. Вам принесут квитанцию, будете платить. А квитанции все пухнут и пухнут. Поэтому здесь обратный процесс пошел. Не движение цен в соответствии с движением затрат труда, а независимо от этого движение их вверх. Зачем? Вот Кейнс, такой известный английский лорд, экономист, который написал книгу «Общая теория занятости, проценты и денег», он объяснял, что вы там со своими рабочими на предприятиях скандалите. Не надо никаких скандалов, мы будем просто, государство будет стимулировать повышение цен и тем самым забирать назад то, что оно выдало. Что и происходит? Что такое инфляция? Инфляция, как вы думаете, определяется инфляция? Кто скажет? Обесценивание денег. Ну, это частично так. Но не совсем так. Вот точное определение инфляции такое. Это повышение цен на все товары, кроме товара, рабочая сила. Вот если на все бы товары повышались цены, это безразлично. Правильно? Ведь смысл обмена купли-продажи, в какой пропорции они обмениваются? Пропорция бы сохранилась, если бы одинаково на все повысилось. Нет. Повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Зарплата-то не повышается, а цены повышаются, тарифы растут, все растут. Скажем, доходы, пенсии, стипендии, любые доходы, они от этого только уменьшаются. А зарплата не растет. И поэтому капиталистическое уже государство решает ту проблему, которую так было бы сложно решать. А тут вроде как стихийное бедствие, все говорят, обеспокоены, у нас инфляция, что-то надо делать, мы что-то делаем, мы стараемся ее уменьшить. Стараемся. И вот с 2013 года понизились реальные доходы таким образом, что сегодня у нас реальные доходы 90,5% от уровня 2013 года. А заработная плата, реальная, имеется в виду, выраженная в количестве продуктов, которые можно на нее купить, по расчетам Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, теперь у нас заработная плата на уровне 92,5% от того, что было в 2013 году. И при этом нам все время рассказывают эти байки и сказки, как нам тяжело, как трудно, как тяжело в экономике, денег нет. При этом Россия увеличила число долларовых миллионеров на 10% по сравнению с прошлым годом, а число долларовых миллиардеров на 11%. А та же самая Европа, которая против нас делает санкции, она увеличила количество долларов, она снизила на 4% количество долларовых миллионеров. А общий уровень, так сказать, подъема этих самых долларовых миллионеров во всей мировой экономике 3%, а у нас в 3 раза выше темпы роста. Поэтому вот это вот рассказывается, как, собственно, и полагается, поскольку всякая идеология вытекает из производства, если мы монополистический капитал держим в руках государственную власть, что мы должны вам рассказывать, что денег нет. Почему у вас нет денег? Потому что они у меня. Нет у вас денег, потому что они есть у меня.
Потому что как может быть, если у нас производство не растет, а долларов миллионеров количество растет? За счет чего? Ну, что они перекачиваются из карманов низкооплачиваемых в карманы высокодоходных. Вот и все. Вот такая картина. Значит, вывод какой мы должны сделать, что критерием отнесения страны к какой-либо формации является то, какой класс стоит у власти. Пока вот феодалы стояли у власти, это был еще феодализм. Кто там что развивался, развивался капитализм, а все равно был. А вот когда их сместили и поставили буржуазную власть, у нас 7 месяцев был капитализм. Потом, когда рабочий класс пришел к власти в октябре 17 года, это уже коммунистическая формация, но сначала переходный период от капитализма к коммунизму, то есть становление, потом низшая фаза, в которой некоторым здесь присутствующим удалось пожить. Вам, я так понимаю, уже не удалось. Какого года рождения вы? 96-го. А? 96-го. 96-го. А переходный период капитализма начался в 61-м. Опоздали. А вот нам повезло, вот Степан Степанович, мы жили и при социализме, и при капитализме. То есть мы можем сравнивать. У нас такого не было, чтобы такую стипендию платили, как вам. Неслыханно, не видано такое. Можно было прожить без родителей. Здесь все было дешевое, какие-то копейки было, надо было заплатить за общежитие. Общежитие предоставляли сразу, как только экзамены сдавать начинаешь. Так что, тем более вот мы учились в университете, ну и, конечно, вход сюда был не по пропускам. Не по пропускам. А? Ну, конечно. Почему? А сейчас он почему попробовал? Платный, потому что есть форма. А вот вы придете на мою лекцию, а деньги не заплатили, а ну уходите оттуда, идите туда вниз. Ну, на самом деле, паспорт уже пропускают. А? По паспорту уже пропускают. Да, может, я даже там пару раз забывала студенчество. Вы не забывайте, что это тоже деньги. Заказать это все оборудование на весь университет. Это очень большие деньги. Обслуживать это все. Всю эту электронику и так далее. Ну, поэтому все равно пропускают. То есть, мне кажется, любой человек сейчас паспортом пойдет, скажет, знаете... Пропускает, но вот, скажем, было такое понятие, как у нас, как вольнослушатели. Человек мог прийти и послушать. Конечно, мы найдем, как пропустить и так далее. Ну, просто человек мог прийти и послушать. Ну, что плохого в том, что он знания получит? Что плохого? Вот если пока, если есть, конечно, нет места, это я понимаю, если есть место. Но если он будет шуметь, конечно, мы выставим его за дверь. Это ясное дело. Но никто и не шумел. И, скажем, такое явление, которое мы наблюдали, когда вот ректор проводил у нас в актовом зале занятия по диалектике. Академик Александров Александр Данилович. Лекции по диалектике. И туда весь университет, студенты со всех факультетов сбегали, там яблоку некуда было упасть. Не по принципу, какой у меня факультет, а по принципу интересные лекции. И, скажем, человек, я как-то своим слушателям сказал, сходите на юрфак, а они пошли, говорят, нас не пустили. Ну, не пустили, и все. И все, и, так сказать, разделили. А что такое университет? Уни – это один. Вот это вот единство. Еще так не так давно вот решетку сняли между факультетом философским и факультетом истории. Но следы остались. А на третьем этаже вот никак дверь не откроет. Вот если поднимешься на третий этаж, там же дверь, и все, и прошел. Нет, идите через второй этаж. Недавно сняли эту решетку. А то придут историки и узнают что-нибудь философское, или пойдут философы и узнают что-нибудь по истории. Не допустить такого. Так, ну вот, значит, мы сегодня послушали интересные доклады, и у нас прошло такое полезное обсуждение. Поэтому, значит, как мы договорились, значит, вы выступаете, да? Кто еще? Вы? Вы, да? Вы. Может быть, еще и вы. Да? И другие готовьтесь тоже выступать, участвовать в обсуждении, потому что это вот нам нужно для того, чтобы мы не просто, так сказать, вот, читали книгу. Но чтение книг не есть ее анализ. У нас анализ классических текстов, и этот анализ нам нужен для того, чтобы свободно ориентироваться в вот, решении таких крупных проблем, по которым ну, вот, в обществе, надо сказать, в головах членов общества царит туман. На сегодняшний день. Вопросы, которые я задавал, они же такие вроде простые. Но вы сами видите, что не на все эти простые вопросы
люди дают ответ, хотя для того, чтобы выдать, нужно просто знать категории основные, и что и как называется, и тогда мы будем свободно ориентироваться, свободными будем. Спасибо, внимание. Всего доброго.